Сегодняшний вечер и открытие сегодняшней выставки связано с событием, которое произошло 5 лет назад, также весной, когда первая национальная школа телевидения начала свое существование. Мы очень гордимся тем, что это состоялось. Для фотохудожников, которые сейчас здесь представили свои работы, это маленький шаг, но очень большой шаг для школы телевидения. В большинстве случаев сейчас фотография – это фотобизнес, продажа фотоаппаратов, и, соответственно, каждый, купивший фотоаппарат, уже считает себя фотографом, к сожалению. На самом деле фотография – это и искусство, и техническая часть. Для меня это и ремесло, я этим и деньги зарабатываю, и семью кормлю, и творю, я и учусь на фотохудожников, все продолжаю, и учу. И представляю украинскую фотографию в Европе, поэтому для меня фотография – это, ну, громко сказано, но жизнь. Фотография – это какая-то заморозка какой-то події. Тобто это один клад, и подія заморожується, ты можешь это переглядати після багато пройдених років, і це є пам'ять велика. І фотографія, для фотографії є місце в цьому світі. Фотография – это рисунок светом, и фотограф рисует светом так же, как художник пишет кистью. И эти два вида искусства, они очень близко переплетаются, у них очень много общего. Для меня это хобби, потому что учусь я совсем другой профессии, просто люблю путешествовать и при этом фотографировать. Фотография – это моя самореализация, это мое хобби. Через фотографию через объектив я вижу мир и хочу это донести до себя и до людей. Я живу этим, я дышу этим. Для меня все, что есть в моей жизни, это фотография.